Зачем? Из этого положения, кстати, легко уходить. Ножку, если на этом нога, ножку прихватил, сюда перешел, ручку перекрыл, туда перешел. Я не знаю, в этом положении я вообще никогда удержать не старался, не делать. Старался отсюда, потом раз переходить сюда. Вот, твоя задача сделать болевой удушающий и сесть как. Хорошо? Пошли, дальше. Давай. Твоя задача сесть сверху, твоя задача пойти на полю.
Я спросил Александра Ивановича,
Боремся. Боремся 4 минуты. Чемпионату. Да, лук-то чудо. А, ну, до минуты. До минуты. Лук-то чудо. Чего? Лук-то чудо. Кисенька. Иди сюда, пожалуйста. Там просто снимаем. Ну, кто первый пон сделает, скажите мне, пожалуйста. Не рискуйте. Просто так. Осторожно, там никого, да? Так, это как его? Да, не столько. Да и не отсюда. Ну, вот.
Шида, Матея, Дани Шида и Даниил Шида, обоим. Один Шида на выход на ковер. Один за то, что поезд больше 5 секунд делает, другой за то, что не борется. Даниил на колени его поставил, он сам становится. И через себя. Даник, стоп, стойко. Даник, стойко. Ты сказал, что он не имеет права толкать. Почему? Он не толкает тебя. Да, конечно. Стоп. Остановись, а то все. Даниил, Шида второе. Нет, Шида. Ну, с той стороны прав. А с другой стороны, нужно было бы. Где бы выталкивать? Иди сюда. И жди. Он побежит сюда, ты его сюда бросишь, он туда, туда. Только вот здесь, прижми его. И когда он чуть-чуть, ему раз, чуть-чуть, показал, кто это, он сам будет. С одной стороны, прав, но... Бежать, бежать, головой, руки не меня, не меня держать. 10 секунд. Thank you.
Святую